А заборчик для защиты и сохранения популяции лягушек все еще стоит. Вот этот маленький зеленый заборчик справа. Чтобы Вероничка могла дальше подстригать наши колонны, наши туи, мне нужно это вывести на дипани, эти обрезанные ветки. Сжигать на участке нельзя. Мы едем на компостную дипани Зульцбаха на Майне. Вот здесь находится компостная дипани нашего поселка. Она работает в пятницу и в субботу. С правой стороны мы видим, ветки сбрасываются, а с левой стороны скошенная трава и листья. Все это в дальнейшем будет перемолото и уложено в большую кучу, и тем самым образуется снова перегной. Schaut, jetzt wummeln den Schindeln beide hin. Alles getan, ne? Ja. Hast du erst noch getroffen und dann drunter das andere Zeug, ne? Hab ich geguckt, das sind Bretter. Und Справа мы видим строительные материалы от поселка, а здесь выбрасывается скошенная трава. Все очень быстро и организовано. Ну а теперь домой, вперед из песни. Для какого-то праздника здесь приготовлен костер. Вот и все. Приехали. Ну а сейчас мы съездим на заправку, заправим машину и затем в магазин. Цена на нужный нам бензин Ойра 39,9. Заправили машину, заплатили 64 евро. Теперь в магазин.
Иной раз хочется спросить, как? Скорость здесь на участке 50 км в час. Как так можно было снести целый столб? Анетта, дочка Эльвиры, и Эльвира направляются в магазин. Алло, Эльвира! Заправились, закупились, совсем справились.